Именно под таким названием в МГУ имени Кулешова в пятый раз прошел мужской конкурс физического совершенства, таланта и творчества студентов. Мы хотим посмотреть на ребят со стороны интеллектуальной стороны, физических кондиций. Даже они попробуют себя в кулинарном искусстве и, естественно, попытаются показать некое дефиле мужское. Шесть участников начали выступление дефиле и песнями, продолжили танцевальным конкурсом. За два месяца упорных тренировок студенты сумели подтянуть хореографию. Посещали ли чаще всего именно ваши занятия? Пропускали, но в самом начале. Ходили больше на кулинарку, да, когда, чем на фитнес? Они когда увидели танец, уже поняли, что нужно почаще приходить на занятия. В кулинарном конкурсе получилась похожая история. Ребята презентовали блюда и в роли накачанных официантов, и даже в кулинарном шоу. В творческом номере студент факультета иностранных языков долго выбирал, на каком языке исполнить песню. В итоге спел на английском и французском. Нирвану на электродомре в МГУ еще не слышали. Самый загадочный из конкурсантов, студент начального и музыкального образования Глеб Старовойтов, стал первым в номинации «В здоровом теле». Не из-за домры, конечно, но все же. Арслан Карякдыев, прокачавший зал мощным рэпчиком, победил в номинации «Искрометный талант». На самом деле все хотят твою фигу. Лучшим по итогам онлайн-голосования стал самый драйвовый из финалистов студент историко-филологического факультета Сергей Архипов. А при зрительских симпатий ушел почти на лапах студенту факультета математики и естествознания скромному Сергею Тушкину. До выхода на сцену финалисты ответили, каким видят победителя. Сильный, ответственный. Наверное, главное, защищать дам должен. Мужество должно преобладать. Скромность, честность. Ну и, конечно же, дружелюбие. Брутальный, открытый, честный, добрый и мужественный. Петь в маске. Судьба есть судьба, конкурс есть конкурс. Денис Дементьев. Возможно, партия мистера Икс и стала переломной в решении судей. Главный титул шоу-конкурса «Гонор и мужность» завоевал магистрант факультета физической подготовки Денис Дементьев.